Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики канала Farnax Film! Сегодня продолжаем осмотр выставки «Салон каминов 2020». И сейчас я на стенде компании «Экокамин». Со мной наш давний друг, наш хороший товарищ по каминной тематике Владимир Сапронов, который проведет для нас небольшую экскурсию по своему стенду. Владимир, приветствую. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Вновь традиционно уже рад вас видеть. Я тоже очень рад вас видеть, на этот раз в Москве. Да, очень приятно. Ну, вы нас приглашали на выставку. Конечно. Поэтому мы приехали и готовы выслушать вас и посмотреть, что же вы представляете в этом году на суд своих горячо любимых покупателей и наших покупателей. Спасибо. Мы очень хорошо подготовились к этой выставке. Нам есть что показать. И во всех сегментах нашего большого необъятного российского рынка у нас есть новинки. Предлагаю начать с нового островного камина Eclipse 4D Gigant. Модель примечательна тем, что по сравнению с прототипом островным камином Eclipse 4D увеличено первое стекло. Ширина стекла 700 мм. Добавлена тонировка по стеклу, что повышает привлекательность самого по себе камина, улучшает его дизайн. Ну, то есть то же самое, что и на топках Vega Delta по периметру стекла. Да, да. Больше того, и уже на топках Alpha тоже появился принтинг. Да, это я говорю абсолютно авторитетно заявляю, да, на Альфах тоже есть теперь принтинг. Угу. Самое приятное у этого камина, это, конечно же, открывание. Здесь улучшен механизм закрывания дверцы. Мы видим два крючка. Да, два крючочка. То есть закрывается очень мягко, очень плавно, очень аккуратно. Тактильное ощущение максимально приятное. Далее. Как и в предыдущей модели, у нас все четыре двери открываются. У нас отлично эффективно работает система очистки стекла. У нас есть такая очень важная сейчас функция, как забор воздуха извне. Угу. Соответственно, далее мы предлагаем помимо основного кожуха еще необходимый вот этот вот дополнительный элемент, который проходной скрывает. Элемент, который помогает перейти перекрытие на второй либо на мансардный этаж. Да, да, это и все идет в комплекте. То есть мы получили большой островной камин, очень красивый, со всеми открывающимися дверями и увеличенным, кстати, что немаловажно, увеличенным местом именно для дров. Мы акцентировали внимание, то есть у нас создано специальное подготовленное место для именно сгорания. Угу. Горение происходит очень красиво за счет того, что все необходимые воздушные каналы здесь проработаны еще даже, скажем так, более интенсивно, нежели в предыдущей модели. Мы учли все нюансы первой модели, и здесь мы только ее улучшили. Угу. Ну, вот здесь очевидно, что стал ниже, да? Под стал ниже, и сделано это зачем? Ну, прежде всего для того, чтобы, если мы находимся, ну, независимо от того, мы находимся около камина, стоя либо сидя, чтобы нам было удобно и приятно смотреть на огонь. Прежде всего, это эстетика. Ну, то есть визуально увеличить обзор для огня. Совершенно верно, да. Казалось бы, со всех четырех сторон его видно, но так его будет видно еще лучше. Да, потому что высота стекла у нас не настолько у нас высота стекла большая, но за счет вот этого углубления мы можем позволить себе видеть полностью пламя. Дать объем, дать больший объем. Да, совершенно верно. Актуальную стоимость на этот камин мы будем ждать, наверное, со дня на день. И как только появится подробная информация об этой новинке, компания «Камин» нам пришлет свой пресс-релиз, и мы включим его, естественно, на наш сайт, и там укажем стоимость для наших клиентов. Ну а так, действительно, изделие очень интересное. Абсолютно открыт доступ со всех четырех сторон. Совершенное качество, абсолютно.
Мы предлагаем качественные вещи и действительно стараемся дать максимально привлекательную цену. Ну, давайте, наверное, перейдем к другому объекту. Да, у нас много новинок, конечно. Да, конечно. Потому что, действительно, я думаю, что наш ролик, конечно, сейчас затянется на несколько минут. Но здесь есть на что посмотреть. На стенде компании «Экокамин». Здесь тоже площадь довольно большая. Выполнен стенд в виде острова. Я его показывал вам вчера, когда его застраивали. Но сейчас мы можем посмотреть еще меньший эклипс, да? Который можем был. Посмотреть меньший эклипс, а можем перейти сразу к принципиальным новинкам. Лучше которые... перейдем к принципиальным новинкам. Мы находимся у очередной очень интересной новинки. Это Мюнхен. Да, но это Мюнхен пристенно-угловой, но мы его все равно вынесли в новинки, потому что есть два принципиальных изменения, которые были внесены в конструкцию. Первое принципиальное отличие от предыдущей модификации, можете увидеть, отсутствуют перемычки между фронтальным и боковыми стеклами. То есть здесь полнейшая имитация цельного стекла. Да, сделано, конечно, не будем скрывать, на нашем заводе, на очень хороших станках. Сделана очень качественная обработка, специальная. Она позволяет полностью убрать какие-либо воздушные зазоры между стеклами. Создается полное ощущение того, что стекло цельное. Хотя на самом деле здесь три стекла. Вообще, да. Вот эти грани, они, конечно же, всегда увеличивают эффект от восприятия пламени, потому что огонь здесь начинает играть совершенно по-другому, конечно, отражаясь вот бликами от разных поверхностей. Здесь я уже могу говорить уверенно, потому что мы делали обзор панорамы, да. И да. Там похожее решение тоже применяется. Я прекрасно понимаю конструкторов, потому что они применили такое решение неспроста. Естественно, цельное стекло, оно было бы явно дороже в производстве, да. И, соответственно, это бы сказалось бы, но на розничной стоимости печи, то есть оно, печь была бы дороже. Но здесь решение настолько элегантное и простое, что это позволило сохранить приемлемую стоимость, да, и, и нисколько не помешало, так скажем, эстетике. Конечно, даже наоборот. Возможно, наоборот, да, потому что вот эти грани, которые мы сейчас с вами покажем, они действительно играют совершенно по-особенному. Выглядит очень интересно вживую. Да. Что еще нового в этом изделии? И еще принципиально новое. Мы увеличили ширину кожуха. Таким образом, теперь при монтаже первоначально идет одноконтурная, ну, собственно, как и всегда было, идет одноконтурная труба, и далее у нас должен быть переход на двухконтурную. При этом мы должны пройти перекрытие двухконтурной трубы. Так вот, ширина кожуха теперь такая, что и одноконтурная, и двухконтурная труба абсолютно спокойно помещаются внутри кожуха без доработок. То есть, опять же, это скорее плюс для тех, кто будет монтировать, а как результат этого монтажа, конечно же, для конечного клиента. То есть такая увеличенная ширина, увеличенный габарит этого короба позволяет сделать, ну, такой, дают больший маневр для возможности монтажа. То есть где-то сместить трубу, там, допустим, да? Либо сместить, либо действительно вот этот переход с одноконтурной трубы на спрятать его. Ну, спрятать, и все. И это получается абсолютно монолитная конструкция, которая только добавит дополнительные эстетики. То есть это и технический плюс, и, скажем так, эстетический, если можно так выразиться. Ну и цвет, графит. Выглядит, конечно, по-другому совершенно изделие. Конечно, внешний вид специально разработан таким образом, чтобы учесть потребности, например, покупателя в стиле минимализм, или он хочет хай-тек, или он хочет стиль лофт. Все, как мы это угодно можем назвать, но тем не менее это все относится к этому камину. Он полностью отвечает любым запросам наших покупателей. Не, ну конкретно этот камин, конечно, очень элегантный. Несколько такой фривольный дизайн есть у элементов, но это абсолютно не мешает ему выглядеть элегантно. Наоборот, конечно, мне кажется, добавляет такую некую изюминку. Конечно. Я сейчас говорю об вот этих элементах.
это регулятор подачи воздуха, да, в колосниковую зону. Да. И вот эти вот ограничители дров. Волнообразный. Очень интересно. Ну и что используется в качестве защитного, точнее, так скажем, экранирующего материала? Идем, скажем так, традиционно нашим путем. Используем литьевой шамот последнего поколения. Он более прочный, более гладкий. Ну, даже если можно так выразиться, он максимальный. Его цвет приближен к белому, соответственно, выглядит очень эстетично. Владимир, вот удачно дверку открыли. Давайте посмотрим. Здесь и освещение неплохое. Как реализован вот этот стык? Да, здесь очень грамотно обработано стекло под углом 45 градусов друг к другу. Угу. Соответственно, они стыкуются таким образом, что не здесь, ну, вы видите даже на просвет, здесь нет никаких отверстий. Да, да, да. То есть подобраны они идеально друг к другу. Ну и в принципе, конечно, все очень красиво уложено. И шнур, и реализованы вот болтовые соединения, когда вот рамка прижимная крепится к основной дверце. Да. Все да. сделано просто на высшем уровне. Очень-очень красиво и очень интересно. А вот здесь, как раз в верхней части створа топки, это система чистого стекла. Абсолютно точно. Вот оно подается воздух во всех трех направлениях. То есть все три стекла у нас имеют свою индивидуальную систему. Ну, Владимир, я думаю, больше, наверное, нам нечего сказать об этом изделии. Да, мы все посмотрели. Тем, кто заинтересовался новинкой, либо приходите на выставку «Салон каминов 2020». Она будет работать до 15 марта 2020 года. Ну а нашим покупателям, нашим подписчикам канала Farnax Film в скором будущем, я думаю, вы сможете увидеть это изделие, придя в один из магазинов нашей сети. Адреса есть на сайте farnax.ru. И там же мы добавим карточку товаров на это новое изделие. В Новосибирске это будет первый камин Мюнхен в новом исполнении. Супер! Ждем с нетерпением. Ну мы, конечно же, недалеко ушли, совсем рядом. С Мюнхеном находится еще метр просто. Да, буквально. Новый камин от компании Экокамин. Называется он Бавария 3 стекла 700. 700 это ширина основного стекла. Да. Но также тройное остекление. По бокам можем увидеть огонь с разных сторон. Да, больше того, модель принципиально новая, но мы постарались максимально ее улучшить, потому что сама по себе Бавария 3 стекла продается ежегодно в очень большом количестве, потому что модель привлекает и своим дизайном, и своей доступной ценой, и самим решением техническим, которое мы применяем в этом камине. Поэтому Бавария 3 стекла 700 стала логическим продолжением этой серии. И я даже считаю, скажу честно, мне эта модель нравится даже гораздо больше, и я сейчас даже объясню почему. Что в первую очередь привлекает? Ну, стекло стало шире. То есть мы получаем хороший обзор огня. Больший по сравнению с классической моделью. Это первое. Ну, второе. Так же, как и на многих моделях, мы добавили сюда принтинг по стеклу по рамке. Это относится как к фронтальному стеклу, так, хочу подчеркнуть, и на боковом стекле. Абсолютно то же самое. Также модель получила новую ручку. Ручка очень удобная. Открывается очень аккуратно. Видите, я не приложил никаких усилий. Особенность в чем? Запирание происходит и сверху, и снизу. Дверь закрывается очень герметично. Сам дизайн внутренней двери с уплотнением выглядит максимально современно. Это раз. Во-вторых, очень удобно закрывается. Легко и удобно. Это самое главное. То есть, пожалуйста, могу продемонстрировать. Закрывается. Да. Насколько легко она... Одним пальцем. Насколько легко закрывается, настолько же надежно и закрыта дверца. Здесь, конечно, здесь уплотнение максимальное, здесь абсолютно все герметично. Еще принципиальный момент. Для боковых стекол разработана своя система очистки стекла. То есть у каждого стекла именно своя направляющая для подачи воздуха. Но тут опять же, да, вот традиционная подача воздуха на стекло, она у нас реализована классической, скажем так.
Она пока выстекла. А вот, вот тут мы первый раз используем такую систему. Сбоку вертикальные направляющие. Вот эти направляющие. Да, да, да. По ним воздух подается на стекло. Тем самым мы полностью захватываем всю ширину, все стекло будет чисто. А давайте поговорим еще про органы управления. Это вот что за поворотная шайбочка такая? Здесь у нас все просто. То есть этот элемент, он регулирует первое — подачу воздуха на горение. И второе, он регулирует подачу воздуха на очистку стекла. Владимир, я когда наклонился, увидел, что здесь сбоку еще одна есть регулировочная ручка, но, судя по всему, это шиберная заслонка. Я не проговорил пока, к сожалению, не успел. Евгений, вы такой прозорливый, как вы успеваете все? Да, совершенно верно. У нас по-новому реализован шибер. Так как эта моделька все-таки для нас относительно новая, мы поэкспериментировали и решили вот таким образом. Но, судя по всему, шиберная заслонка там тоже чугунная стоит. Да, конечно. Значит, новый колосничок мы сюда поставили. То есть открывается очень удобно. Соответственно, зольный ящик мы вытряхиваем, закрываем, все предельно просто. Вторичный дожиг. Также в этом камине предусмотрена такая функция, как забор воздуха извне. С тыльной стороны можно подключить трубу. Да, конечно, да. Все современные модели сейчас, скажем так, снабжаются данным патрубком. Без него уже, к сожалению, сложно представить. Мы идем в ногу со временем, поэтому во всех наших изделиях сейчас такие патрубки существуют. Чем футирована топка? Это вермикулит. Вермикулит чем хорош? Стекло отражается от вермикулита в два раза больше, чем от шамота. То есть, в отличие от шамота, который сдерживает тепло, вермикулит его полностью отражает. Тем самым, через наши три стекла максимальное количество тепловой энергии передается в помещение. Тем самым обеспечивает быстрый и качественный. Ну и, собственно, эффективность отопительного прибора все-таки повышается. Он должен еще и прямую функцию исполнять, обогревать. Да, совершенно верно. И это тоже. То есть здесь у нас собраны все максимально возможные плюсы для покупателей. Ну что ж, спасибо. Давайте перейдем к следующей новинке компании «Гкамин». Посмотрим, наверное, на ваши топки. Можно на топке, а можно посмотреть еще на печь камина Баварии. Тогда давайте вернемся к Баварии. В Баварию вернемся, а потом уже пойдем дальше.